Ребята, посмотрите, как у нас 31 декабря. Сколько народу. Вообще. Аишки. Ходит в шапках новогодних и в шортах. Ну, видите, я сегодня тоже он в шортах. А еще мы сегодня будем закрывать купальный сезон 2020 с нашими знакомыми, с которыми мы тусили в Крыму, в Оленевке, превращали синих фей вот в ставочка. И сейчас мы, вот я уже в шортиках, видите, уже готов. Будем заплывать, посмотрим, как водиться. Да, посмотрите сегодня, сколько саперов много, и причем они без гидрокостюмов, потому что, ребятки, у нас тепло. Классно, да? Так, ну что, все, теперь мы точно готовы к заплыву. Все в сборе. Сейчас камеру Настеньке передам, Настенька не будет, а мы будем. Настенька, Настя. На тебе камеру, ты нас будешь снимать. Что-то ты это снимается, видишь? Да, все. Что, вы готовы? Ой, мать, а что? Закрываем купальный сезон. Ну все, сезон купальный закрыли. Теперь немножко атмосферы вам с пляжа, друзья. И потом увидимся с вами вечером, когда мы будем отмечать в Олимпийском парке. Вот люди кайфуют. Много, очень много приезжих. Таких же понаехавших, как и мы. Ну классно. Вот это я понимаю. Новый годик. Для нас это самый теплый Новый год вообще. Самый-самый теплый. Класс, ладно, пошлите на набережную, там включусь. И у нас, знаете, кстати, впервые вообще в этом году нет никакой суетиты новогодней, мы там не ломим на стол всякие блюда, мы просто такие на лайте решили, что вот там и кортик взяли, там батончик взяли, какой-то салатик сообразим, вот вообще на лайте. Как у вас, напишите в комментариях, какие блюда ставите вы на стол, если у вас было, точнее, или у вас на момент, как вы смотрите этот выпуск, какая-то новогодняя суета. А вон, видите, даже Дед Мороз на сапе. Вот атмосферка, а. Класс. Так, ну что, друзья, вот атмосфера с набережной. Народу очень много. Ценники так подняли сразу, эти прокатчики. Значит, это тук-тук-тележка, 1000 рублей в час. Знакомые у нас брали. Вот наша площадочка, на которой мы обычно с детками гуляем. С песочком. Во, нифига, давно столько народу не было в ресторане. Видите, кстати, пляж уже отсыпали. Все, здесь больше никто не ездит. Артем, отдай, дай мне руку. Вот, видите, вот так вот в костюмчиках, в шапочках катаются. Да, вот такая у нас атмосфера. Посмотрим, что будет вечером. Ну и вы тоже чуть позже узнаете, какие дела. Вон,
Настенька идет с Родионом. Положи, пожалуйста. Да, вообще все кафе забиты. Это сейчас часа 3 дня. Ой, кайфово вообще. Класс. Так, в комментариях пишите, делитесь, какая у вас обстановочка. Давай, Родион, ручку. Да, Новый год по-южному, это, конечно, прикольно. Сколько там? Артём, не надо махать так бумагой. 450 тысяч человек, да, ожидается в празднике? Да. Вот так вот, 450 тысяч человек. Ну, не знаю, посмотрим. Сегодня по гулянию в Олимпийском. На набережной, наверное, ловить нечего будет, а там какое-то будет представление, мы уже знаем. Вот. Ладненько. Мы дошли вот до Магеллана. Пошли мы резать оливье. А вечером увидимся на мероприятии в Олимпийском. Так, друзья, мы приехали в Олимпийский парк. Посмотрим, как у нас там атмосферка, обещают какое-то представление. Сейчас 10:30, ребятки, салют. Ага. Так, людей мало, посмотрим, как там будет. Так, продают вату, везде какие-то раздаются бомбахи. Пошлите, пошлите, Тём. Вот так летает вата, собирает пыль, а потом детям, знаете, кушайте. Так, слушай, что-то мало людей, тут точно будет что-то? Не знаю. Выведу сейчас на этот прожектор. Ну и то будет прикольно, почему нет? Слушайте, ну вы знаете, пока, короче, вообще не пахнет таким представлением. Вон даже, видите, фонтан выключен. Хрен его знает. Ладно, мы сейчас пройдемся, если что-то найдем, то покажу. Но пока видите как, вообще даже людей очень мало. Почему-то, по-моему, нас наебали. Так, возле стадиончика есть елочка. Все, играет музыка, и походу это все, что нас сегодня ждет. Мы, может быть, пойдем еще на эти. К морю просто, на набережную. Блин, вот послушали их. Не местных. Не местных, ага. Папа, где наши киндеры? У меня. Вот здесь почему-то все скучают. Ну что, наверное, так же, как и мы. Чего-то ждут. Но пока все тихо. Не знаю, что будет. Посмотрим. У нас есть хорошая новость. У нас зажегся фонтан. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, мы, короче, взяли 3 таких тачки. Ну, Родион, подожди. Через 30 минут. И будем просто кататься по Олимпийскому парку и искать, что будет. Ну, короче, здесь люди слетаются, и, скорее всего, здесь сейчас будет просто большой-большой огромный салют. Но не знаю. Видите, как много людей стало? Ладно, посмотрим. Поехали. Едем. Короче, вот на таком корыте, ребята, мы едем. Вон наши други. Новый год, Новый год, Новый год. Так, ну что, еще на пятак спорим? Блин, еще дубак. Слушайте, на этой штуке
холодно, прям все замерзло. Ой. Ладно, сейчас будет. Мужик кричит, помогите, у меня аккумулятор сел. Мы ему с Новым годом. Слышь, да, Виталь? Мужик кричит, у меня аккумулятор сел, помогите, а мы ему с Новым годом. Ой, блядь. Славик, блин, у него угробит нас. Он первый пошел, все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Посмотрите, сколько людей собралось. Пошлёте салют такой. Ну такой. Вот такая атмосфера. Ой, людей-то как. Да. Столько народища собралось вообще. А мы, короче, начали уже переживать, что где-где все висели. И походу сейчас что-то будет. Так, луна на месте. С Новым годом, с Новым годом! Буквально 2 минуты до салюта. Сейчас будем вместе с вами смотреть. Как начинается. Ну что, мы... пожалуйста, завязывайте. Вот такая у нас атмосфера. Тём, завязывай, пожалуйста. Пожалуйста, хватит. Смотрите, везде салюты. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Дай сюда, Родион! Смотрите со всех сторон! Так, мы тут взорвали такие еще хлопушечки. Так, а где салют? Короче, вот по всем салюту, вот так понимаю, самый главный где-то вон там, наверное, бахает. Вот тут зато можно станцевать. Настенька, привет! Первый раз тебя увидел в этом году! Успокойся, Тёма. Вот, прям над головой. Да, вон там вообще нормально так. А теперь, смотрите, включили звуковые куранты. Да, там вообще гай. Да, дети вон увидели наконец-то. Небо в салюте. Класс, да, нас
Ну что сказать? Вообще, да. О, вот так вот, бах. Ребятки, все, с Новым годом вас. Выпуск завершаем. Вот такая была атмосфера сегодня в Олимпийском парке в Сочи. Как вам? Напишите в комментарии. С Новым годом. Вот это первый выпуск в этом году. Если не подписаны, подписывайтесь. Давайте с нами по жизни мчаться. Да, Тёмка? Да. Все, всем пока. Всех обняли. Пока. Подписывайтесь на папин канал в Инстаграм. И нажмите на колокольчик. Подписывайтесь на наш канал Тёмки и Дети. Все, пока. Ай, устал?